Давно ли ты ездишь на Харлеях? Да, я состою в клубе. Называется «Пару избранных ребят». Пару избранных ребят, вот. Видишь, пару избранных ребят. Это мотоклуб? Да. Почему ты выбираешь Харлея, а не какие-то другие производители? Я гангстер. Так а что, это какое-то правило? Да, в моем клубе можно ездить только на Харлее, только на американских мотоциклах. 15 лет, когда я вступил в клуб, можно было ездить на любых мотоциклах, но сейчас только на американских. Такое правило. А почему ты выбрал именно этот? Мне нравится, как обтекатель смотрится на моем мотоцикле. Поэтому я его купил. Это гангстер. Выглядит как гангстер.